последнее. У меня осталось, я заметил, 4 минуты. А я хочу их с пользой. Не только для вас, а для всех, кто меня услышит. Это очень важно. Дело в чем. Значит, везде и всюду скосили траву. Собери, сожги. Это, собрай, эти, упала листва, собери, сожги. Ветки отрезанные, особенно, мол, они болеют, они сухие. Собери, сожги. Миллионы гектар леса после таких советов. Одна на краю дача загорается, костер не потушенный, не загаженный. С этим еще. Вы помните, мы с вами много лет тут прожили, да? А цен, весна приходит, сейчас поменьше. Люди как-то руки опустили. Те годы, когда насчитанные были, когда появилась эта литература массовая, миллион экземпляров, едешь от Саяногорска до Майны и дальше, и вот он частный сектор. Все в дыму, сотни тысяч костров. Горы вторично. Да. Начиналось с того, что у себя на участке поджигают траву. Да. А она же сырая, дыму, все ущелье в дыму. И это было нормой. А потом кто-то сжигает, когда засуха, и пошла полыхать лес. Ой, возле Минусинска поселок сгорел полностью с людьми. А я вот говорю себе и вам, и всем, не с того ли он сгорел, этот поселок? Дальше поселок, сгорели то ли 7, то ли 17 человек. Это трагедия страшная. Да вот. Прошло, целый поселок дачный сгорел, возле Минусинска. А не потому ли, что кто-то траву поджег? Да, все может, конечно. Это, ой, да, а по всей стране миллионы костров. И, у нас и так пожары. Раньше не было таких пожаров, как сейчас. Лес горит, горит лес. То там... Да нет, пожары были, да, просто это... не ну, те пожары. Ну не так, здесь а тут не лес горит в таком количестве. Это специально кто-то поджигает. Видите ли? О, еще и это. Ну ладно. Вот на это, к сожалению, мне все говорят, у вас фильмы грустные. Дайте, фильмы дайте еще покажу ваше чудо. Давайте. Лучшие помидоры. Да, помидоры. Вот. Мелва. Ой, какая красота. Ой, какая... Абрикосы. Абрикосы. Я сейчас все закончу съемку, все пофотографирую. Давайте. Вот так, абрикосы. И вот это. А в кино я, знаете, что я еще скажу еще? Этого могло быть в 100 раз больше, если бы нам не мешали. Это правда, да? Это правда. Ну, давайте, пока. Пока. Спасибо. Приезжайте еще к нам. Спасибо. С молодежью у меня такой разговор не получился бы. А мы тут все одного бочи возраста. Мы одного, как говорил этот Маугли, мы одной крови. Да, 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 мы с тобой одного. Ребята, пока. Пока. До свидания.